нахожусь в Новоподрезском. Приехал сюда на Карасиный пруд, но почему-то карась клевать не хочет. Так здесь карась есть, и достаточно неплохой, но как хочешь, тишина. Тут карась клюет на все, и на червя, и на хлеб, и на манку, и на тесто. Карась — это всеядная рыба, и ловить его надо на все. Он на все клюет. Но сегодня, в данный момент, пока что клёва нету. Не знаю, может быть в следующий день будет клевать. Мне тут сказали, что он здесь клюет не каждый день. Так что, может быть, в следующий раз будет клевать. А сегодня неизвестно. Ну, подождем немножко. Если не будет, так приедем в другой раз. Здесь недалеко проходит железная дорога, поэтому постоянно ездят поезда и электрички. Вообще же про рыбалку можно долго рассказывать. Я знаю много историй про рыбалку, когда карася можно поймать очень даже неплохо. Например, вот такая история. Как вот я один раз приезжал на пруд, и там карась клевал на червя очень хорошо. Но это место находится в другом месте, в Подмосковье. Это надо ехать до станции Морозки, а дальше от станции Морозки ехать еще километров 10. До села Новогришино. И там находится тоже пруд карасиный, но там карась клюет достаточно хорошо. Карась не крупный, грамм по 50, по 100, но клюет хорошо. И клюет он там на червя в основном. А здесь пока что ни на чего не клюет. Еще также есть в других местах караси, но они тоже клюют далеко не на всех прудах и далеко не везде.
Здесь также поблизости есть еще один маленький пруд, но на нем никто не рыбачит. Наверное, в нем нет карася. А так рыба здесь плавает. Так что получается, что здесь даже два хода. Уже начинает темнеть. И неизвестно, будет ли сегодня клев вообще. Я, конечно, еще немножко посижу на этом, на подрез с Купском пруду. Если ничего не будет клевать, я закончу. И поеду на море. Но все-таки буду надеяться, что будет. Так вообще-то сегодня и погода неплохая, правда немножко похолодало, прохладно, но клевать ничего не хочет. Такое вот у меня сегодня длинное видео про рыбалку Фадрейского, но как сами видите, клёва нету. Так, конечно, когда есть клёв, интересно, бывает довольно интересно.
Но сегодня как-то даже неинтересно тут сидеть, и я, наверное, поеду домой. В следующем видео, если будет клев, я обязательно постараюсь вам показать, как ловить карася, как его подсекать, на что его ловить. Но сегодня клёва нет, поэтому да извините. Все, видео заканчивается.